Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православный праздник День Тихона. В народе праздник называют Тихон Тихий. Тихон Утешитель. По церковному календарю православная церковь сегодняшняя память трех святых с именем Тихон. Особенно почитается святитель Тихон, епископ Амафунский. Также вспоминает преподобного Тихона Медвинского, Калужского Чудотворца и преподобного Тихона Луховского, Костромского, преподобного Моисея Оптинского. Разница перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышинского, священномученика Тигрия, Пресвитера и мученика Евтропия Святца, преподобного Тихона, Крестогорского, Вологодского, епископа Ставропольского и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.